Из аварийного жилья в новостройку 15 семей исправили на Васильевнягане. Квартиры для них городская администрация выкупила у застройщиков с отделкой под ключ, а приемку провели общественники. Наш корреспондент расскажет подробнее. Поздравления принимают 50 няганцев. Все они раньше жили в аварийном доме в промышленной зоне города. 5 детей у меня. Условия, конечно, очень плохие. Не было ни туалета, ничего. Нам приходилось вставать в 6 утра, чтобы добираться до школы. Эти вставали в 6 утра, собирались. На 7.14 ездили на автобусе. Теперь и школы, и детские сады, магазины, спортзалы в шаговой доступности. Жилье предоставляется в центре города. Во дворе качели, просторная автопарковка, в подъездах квартиры с ремонтом. Заходи и живи. Что немаловажно, что не нужно добираться до автобуса и ждать расписания, планировать свою жизнедеятельность. В общем, очень здорово. Порог новой квартиры Тамара Запорожченко приступает вместе с родными и друзьями. Первая оценка – места много. Есть где принимать гостей, печь пироги, выращивать цветы. Нам все очень нравится, нам очень все хорошо. Я еще в шоке. Просто нет слов. Эмоции людей понять можно. Многие прожили в деревянном общежитии не один десяток лет. Теперь их аварийное строение, как и еще 3 по соседству, снесут. Всего с карты Нягани до конца года исчезнут 10 ветхих домов. В комфортные условия переедут 207 семей. Уже сегодня у нас введено порядка 45 тысяч квадратных метров жилья, и это позволяет сегодня работать с регионом по дополнительному финансированию. И буквально последнее решение правительства – это выделение порядка 833 миллионов рублей с долей участия города в объеме 66 миллионов рублей. И в целом на жилищные программы по городу Нягани направляется 1 миллиард 400 миллионов рублей. По переселению людей из аварийных строений Югра входит в топ-3 регионов России. Но фонд, который нужно сносить, остается большим. В той же Нягани это 231 дом. Поэтому темпы расселения городу снижать нельзя. Счастливых историй новоселья должно быть как можно больше. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягань.